У меня очень нервная, напряженная работа такая. Мне срочно нужна психокоррекция. Как у вас настроение? Отвратительное. Какие у вас проблемы? Ну, со мной никто не дружит. Почему? Ну, как почему? Ну, потому что я все время ною, что у меня плохое настроение. Какая у вас любимая книга была? У меня «Колобок». Нельзя его читать. А почему нельзя «Колобок» читать? Потому что он не действует на подсознание. Господи, мы не знали, он действует на подсознание? Да. То есть мы веками находимся под действием этого страшного орудия, «Колобка»? Да.